Всем привет, с вами Чига Алексей, и вы смотрите программу «Реальная кунг-фу». Сегодняшняя тема будет посвящена принципу действий Синь Цюань и Багуа Джан, который называется Чи Цзуан Ло Фан. Чи Цзуан Ло Фан. Поднимая, вкручивай, опуская, проворачивай. Принцип, который широко используется в традиционных стилях ушу, таких как Багуа Джан и Синь Цюань, представляет собой дугообразное движение, в результате которого развиваются характерные для этих направлений ушу спиралевидные усилия Ло Сюань Динь. Поначалу кажется, что первая часть Чи Цзуан носит собой защитный характер, а вторая часть Ло Фан – атакующий. Но при длительных тренировках и понимании сути принципа Кай Хэ – раскрытие-закрытие, любое действие может быть как защитным, так и атакующим. Разберем выполнение данного движения из фронтальной позиции. Рука поднимается вдоль центральной линии тела, вкручивающим движением вверх-вперед. Дойдя до конечной точки напротив подбородка, можно чуть дальше или ближе. Аналогичным движением вторая рука начинает двигаться по внутренней части предплечья. Дойдя до основания запястья, ладони раскрываются, и верхняя рука ребром пересекает область хукоу, место между большим и указательным пальцем. Продолжая двигаться, руки расходятся в стороны. Одна выпрямляется вперед и слегка вниз по дуге, а вторая опускается к низу живота. Локти и ладони находятся в слегка согнутом состоянии. Далее действие аналогично выполняется на другую сторону. Данное движение многие ошибочно выполняют за счет мышц трицепса и дельтовидных мышц, тем самым проявляя грубую физическую силу и отсутствие понимания основного принципа кайхэ, который лежит в основе действия Чи Цзуан Ло Фан и спиралевидного усилия Ло Сюань Динь. На первый взгляд может казаться, что двигаются только руки, но на самом деле это целостное движение тела. Движение рук вверх происходит за счет скручивания кулаков благодаря вращению предплечий, которое в свою очередь рождается через стягивание локтей друг к другу, что в свою очередь берет начало из вбирания груди Хан Сюн. Это и есть соблюдение принципа Х закрытия. Проявление принципа Кхай открытие происходит через поворот ладоней и предплечий в стороны с помощью локтей, разворотом плеч и вращение поясницы. В конечной позиции необходимо ощущать усилие погружения или вдавливания Чхэн Динь в обоих локтях и ладони задней руки и усилие Туй Динь в передней ладони. Чи Цзуан Ло Фан можно выполнять с большей скоростью и выбросом усилия с добавлением шага. Пример – элемент Пи Джан, рубящая ладонь в стиле Синь Чуэн. Также возможно разделить проработку поднимания Чи и опускания Ло на отдельные части. Необходимо понимать, что Чи Цзуан Ло Фан – это не конкретный прием, а элемент, дающий понимание принципа Кай Хэ и спиралевидного усилия Ло Сюань Динь, и может проявляться в огромном количестве известных многим приемов различных видов единоборств. Пишите вопросы в комментариях и делитесь своим опытом. Надеюсь, выпуск был полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи!